За прошлую неделю на дорогах республики в автоавариях погибло 10 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, 41 человек получили травмы различной степени тяжести. Всего произошло 29 аварий, об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Одна из крупных аварий произошла в Хасавюртовском районе. В ней погибли 2 человека, в том числе 3-месячный ребенок. 3 госпитализированы с травмами. Руководство ГИБДД республики в очередной раз призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.